Shadów. Сразу хочу сказать, что данный видос был записан очень сыро, прям на коленке. Я просто запустил Майнкрафт, начал творить какую-то нелютую херню. И, в общем, как бы да. Вот. Собственно, если вас ничего такое не интересует, ни разные там загадки, миф и все прочее в Майнкрафте, можете смело закрывать это видео, оно не для вас. Как бы да. Но если вам все же интересно, что это за херня, то... Потому что я это обнаружил, типа мне стало как-то стрёмно на самом деле. Вы увидите, что именно, когда начнете смотреть саму основную часть. В общем, да, да. Вот. Переходим к просмотру. Значит так. Значит, сижу я, играю в Майнкрафт. И я решил просто так сделать мир. Тут какая-то херня происходит. Пробовал я включить вот режим типа звуков вот этих, да? Типа, что мне показывают субтитры. Вот где-то здесь катится вагонетка. Я не могу понять, что это. Я когда увидел, я подумал, что нихера себе, где-то вагонетка катается, может быть, наверное, я не знаю. И похоже, что так и есть. Ну, наконец-таки я нашел шахту. Где-то здесь. Катится вагонетка. Об этой вагонетке не говорю. Если это так, если тут реально что-то, what the fuck? Ладно, допустим. Допустим. Это очень, я бы сказал, странно. Майнкрафт не лагай, пожалуйста. Скелет, понятно. Нет, это не это. Сейчас звук. Он показывает, что вообще в той стране где-то. Я не понимаю, типа, какого хера. Даже если вот мы ее словаем, да? Вагонетку. Катится вагонетка. В той стороне. Почему это так стрёмно? Тут что? Тут просто шахта. Зомбай, скейтлер, крипер. Помню, даже здесь уже был. Где он? Тут в той стороне, да? Чё за так стрёмно? Это так странно. Мне же хочется найти то, что там, что за вагонетка катается, но мне как-то страшно даже думать о том, что там что-то может кататься само по себе. Продолжение. Хера себе. Да вот опять было, катится вагонетка, но где? Той стороне показывает. What the fuck? Может быть он все же... Подожди, так это... я же ее столкнул как раз таки. What the fuck?
Что-то это как-то стрёмно вообще. Здорово. И тебе привет. Катится вагонетка, показывает тут в той стороне. Я сам пока что ни хрена не слышу. Вот я вижу тут вагонетку. Он вообще противоположную сторону показывает. Я вот сейчас... Подожди. В той стороне. В всяких случаях мы эту штуку сломаем. Он все равно показывает туда. Кто фок вообще? Это как? Меня просто тут Steam там кто-то какую-то игру зашел. Ну что, скажешь мне, куда придет вагонетка? По-моему, я хожу здесь кругами. О, она все еще катится. Какого хера? Объясните мне, пожалуйста, почему Майнкрафт такой стрёмный стал? Чисто what the fuck? Are you fucking kidding me? В смысле, катится вагонетка в той стороне. Может быть, там на распитие можно сломать? Не, по-моему, так не работает. Новый хэштег. Куда катится вагонетка? Он же реально показывает. What the fuck? Меня глюкануло, я подумал, это вагонетка. Да. Окей. Здесь тоже ничего. Все очень и очень странно. Вот если кто может мне объяснить, почему это связано, с чем это связано. Короче. Видите, я играю в расширенном мире. Вот. Я чисто по фану его создал, я не знаю даже зачем. Просто сидел, ручилил, так скажем. Так, как там? Кто хочет проверить это, вот Сид. Потому что я что-то в ахере на самом деле. Такой чисто ходишь тут по шахтам, что-то делаешь. И вдруг видишь, в субтитрах катится вагонетка, типа, what the fuck. Если это все же те вагонетки, то... А почему она не перестает, типа, показывать уведомления даже в тех местах, где я уже ломал вагонетки? Это очень странно. Очень странно. Ой, блядь. Короче. Подписываемся, ставим лайки, вся вот эта херня. Я это попытаюсь выложить на YouTube как можно более сыром виде. Потому что выложить мне что-то надо. Вот, нашлась интересная тема для
обсуждение, что же это может быть. Вот.